вам образы кисы в экранизациях именно советских фильмов или наоборот помогали? Понимаете, я старался, я ведь эти все фильмы все смотрел. И Захаровский фильм, и Гайдаевский фильм, и Сьюрский, но Сьюрский другой вариант. Вот, и, так сказать, я, в принципе, когда мы начали работать, я, в принципе, хотел забыть все это. То есть выбросить все, как говорится, из того, что я держал у себя в памяти. Там играли же, извините меня, великие актеры играли эти роли, понимаете? Вот. Ну, а что у меня получилось, не знаю, посмотрим вообще. Ну, вы с режиссером ставили задачу сделать другим эту постановку. Мы такой задачи не ставили, мы вообще не говорили об этих фильмах, мы не говорили ничего. Мы просто делали свой спектакль. Спектакль нашего Одесского театра музыкальной комедии имени Михаила Водянова. Какой он получится, уже определяет зритель. И вам, журналистам, прессе, всем, так сказать, кто-то будет писать об этом. И дай бог, чтобы было все хорошо. Спасибо. Вы можете для нас представиться?